Арестованная в России Надежда Савченко заявила, что ее похитителем является главарь так называемой Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Об этом сообщил адвокат Савченко Николай Полозов. Игорь Плотницкий руководил группой лиц, вывозивших Савченко из Луганска для передачи ее сотрудникам ФСБ Российской Федерации на границе Украины и России. Плотницкий – один из участников противостояния на востоке Украины, бывший командир батальона «Заря». Сейчас его представляют как руководителя организации ЛНР. Савченко увидела его лицо по телевидению и опознала. Также Надежда Савченко сообщила, что в институте сербского, куда ее принудительно доставили для проведения психиатрической экспертизы, с ней не проводят никаких экспертных исследований.